Лёш, знаешь, куда мы приехали? На ВДНХ. А знаешь, что сейчас будет? Даже не знаю. В смысле не знаешь, Лёш? Фестиваль японской культуры. Целых 2 дня. За 2 дня ты сможешь погрузиться в атмосферу Японии, послушать музыку, насладиться кухней, померить на себе костюмы и поиграть во всевозможные игры. Я бы на один не приезжал, если бы не репортаж. Лёш, ты просто не понимаешь, ты зайдёшь, у тебя сразу голова от всего этого закружится. Ой, да достали уже, не хочу этим заниматься. Хочешь, не хочешь, модулька сама себя не закроет. Пойдём, пойдём, Лёш. Не хочу, я Лёша, не хочу. Пойдём. Ну что, поехали, Лёша. Зато я поговорю с японской певицей. Она занимается культурой стимпанк. Основной стиль — это японская поп-музыка, но в нее приносятся элементы стимпанка и вот это вот dark fantasy. Куда же без национальной кухни? Готовим рыбки с мороженым, мороженое домашнее из молока живого. Вот. Есть шоколадное мороженое, есть ванильное мороженое. Ни разу не сомневалась, что найду его возле фудкорта. Я сейчас такую вкуснятину съела, просто прелесть. Знаешь, а мне как-то не особо заходит эта ваша японская еда. Одно хорошо. Напиточки бесплатные. Очень многие хотят, чтобы я умер. Они называют это справедливостью. Но только я знаю всю правду. Все, что у меня осталось, это ветер. После него остается только смерть. Собственно, карате, что я уже в самом начале сказал, это путь пустой руки. Это имеется в виду, что она ничем не вооружена. То есть вот, что вы с собой, свое тело представляете, вы им и пользуетесь как оружием. Как долго надо учиться, чтобы получить черный пояс? У меня ушло 12 лет. Здесь нельзя гнаться за поясами. Здесь эту школу надо рассматривать, во-первых, с точки зрения собственной самообороны эффективной. Пояс – это как степень подтверждения прошедшего экзамен, что вы что-то уже умеете, что-то значите.
что, Лёш, нравится? Реально этой машине нельзя уехать с этого фестиваля. Она еще и обиделась. Ха, было бы на что. Впрочем, и без нее тут людей достаточно. Столько людей, и все спешат прикупить какую-нибудь японскую безделушку. Хорошо, хоть не китайскую. А некоторые и вовсе вырядились не пойми во что. Косплееры называются. Так и хочется спросить, что за странные костюмы? Китсуне, ну, такое древнее японское божество, которое могло всех заколдовывать и околдовывать. И у нее 6 хвостов, и она очень клевая и милая, и я считаю, что это няшно. Неужели до сих пор кто-то вообще верит в этот бред? Ну, это же очень мило, тут же дело в милости косплея, типа. И что, людям действительно нравится? Да, конечно, нравится, все подходят, обнимают, говорят, ой, у тебя 6 хвостов, ты такая миленькая, Слабо мне как-то в это верится, ребята, но ладно. Ну и как фестиваль? Я думаю, нормально. Что нового узнала сегодня? Что здесь есть стенд Nintendo? Много вообще гостей подходило фоткаться. Да, достаточно. А чё, как вообще думаешь, в следующем году много людей придет? Я думаю, да. А я думаю, нет. А еще там был показ котфилем. Я так хотела поучаствовать, просилась, а мне говорят, мол, нету подходящего костюма. Слушай, тебе это все еще не надоело? В смысле надоело, Леш? Как мне может надоесть дефиле? Тут посмотри, как классно! Ну мне же надоело. Я знаю, что тебе может понравиться, Леш. Пойдем, покажу, пойдем! Леш, мы пришли. В смысле? В смысле? Посмотри по сторонам. Ну и что? Леш, сюда смотри. Началось с того, что на рынке не было, в принципе, хороших ножей, японских ножей, из хорошей высококачественной стали. Была потребность в них. Мы, соответственно, удовлетворяем эту потребность в отличнейших ножах, острых, как катаны. Также отличительная черта японских ножей – это вот эта острая пяточка, а не у всех ножей. Дальше. Все ножи японские – тонкие ножи. И все они на одном угле заточки, 15-16 градусов. И все острые, как бритвы. Это такие крутые девчонки, боже мой. Я когда слушала, я не могла устоять на месте, честное слово. Я протанцевала все эти песни. И сейчас мне удастся их обнять. И что она нашла в этих девчонках? Сейчас еще и болтать 100 лет будут. Ага, много за вами парней плюс тобой. Вот я бы плюс был с вами. Много. Ну вот, посмотрите, там будет сколько мальчиков стоит. Какие мальчики? Везет. А со мной вот только один. И то это мой оператор, к сожалению. А вот сейчас обидно было. Каково брать автограф у группы Пудра? Знаете, когда я взял автограф у группы Пудра, я почувствовал себя примерно вот так. Вот эта музыка, ты слышишь, да? Вот это драйв просто! Да фигня какая-то, а не музыка. Я лучше что-нибудь свое послушаю. Кто-то прыгнул шестом. По духу. Метание копьем. Метание копьем. Метание копьем. Метание копьем. Ну и куда он делся? Неужели так сложно просто выполнять свою работу? Придется все делать самой.
Как же сложно без этого оператора. Так, ну... Ага. Второй день фестиваля японской культуры. Поехали! Ой, камеру забыла. Тут высокий порог вхождения, то есть я бы дал где-то 6 на самом деле. Высокий порог вхождения, вся то проблема... То бывает еще сложнее. Конечно, например, Го сложнее. Там низкий порог вхождения, всего лишь камушки белых и черных цветов. Но чтобы просчитывать все комбинации, это надо быть нейросетью, которая так и не обыграла пока что японских мастеров в Го. Поэтому здесь, наверное, 6. Пожалуйста. Давай, снимай, давай скорее снимай. Пойдем, пожалуйста. Снимай, пойдем. Что за персонаж? А, персонаж Тики-Тоби с крипипастой. Ну, это так уж, плановая версия, по большей части. Слушай, ну, ради тебя, я не знаю, даже свои козырные очки сниму, потому что у тебя более козырные. Откройте то, что хотите. Реально то, что хотите. То, что вам нравится, то, что вы видите, вот то и делаете. Все. Больше никакого другого секрета нет. Кто из нас оператор, я или он? Здорово. Здравствуй. Че, пацаны, аниме? Ну да. Что скажете про фестиваль? Это пацаны, просто замечательно. Очень атмосферно. Мне понравилось. Молодой человек, как ваши ощущения? Чувствуется настоящая мощь. Подходит к логическому завершению фестиваль Кинодэ Power Japan 2018. Все получилось довольно интересно, увлекательно и за вкус. Рит, ты что, спишь? Нет, Лёш, не сплю. Ну тогда я продолжаю. Все получилось довольно интересно, увлекательно и со вкусом. Лёш, ты еще долго разговаривать будешь? Я долго, я только начал. Пойдем домой, Лёш. Ну куда домой? Тут же так классно. Лёш, ты нет, в смысле? Я никуда не пойду.